Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Сегодня у нас 12 ноября 2021 года. С сыном ездили в супермаркет «Линия» и закупили продукты. Продукты эти мы закупили до 21 ноября. Потом будем... 21 ноября приходит мужева пенсия. Будем смотреть, где чего не хватает, и снова поедем за продуктами. Так, что мы купили в «Линии» в супермаркете? Так, уберу бумажку. Там мы купили на 1861 рубль. Так, сало я покупала на рынке. Здесь на 850 рублей. И в своем магазине я взяла рыбу и лук. А вот лука не вижу, куда я дела. А вот он, на 210 рублей. Ну ладно, все по порядку. В итоге на 2700 где-то ушло нам. Ну, почти на 3000. Так, начнем по порядку. Купили вот такие макароны. Я люблю по 400 грамм. И мне здесь на одну вот порцию из 4 человек взяли 4 пачки. И на 4 раза сварить макароны. Так. Лучок я купила в своем магазине. Лук у меня закончился. По 24 рубля килограмм. Хороший лучок. Очень даже. Сын любит вот такой сладкий кетчуп. Взял себе. Короче, на всю семью. Кетчуп шашлычный. Сейчас скажу цену. Почем кетчуп? 70 рублей. Да? Кетчуп. Нет, соврала. 109,99 на 110 рублей. Две баночки. Грибочки. Ну как же без них? Я вот такие в последнее время стала брать вот такие миленькие. Люблю поджарить с котлеткой, с теми же сосисками, с яичком. Очень вкусные. Так, цена как была 169,99, короче, 170, так и осталось. Здесь кило 232. Очень. Надолго хватит. Вот. До мужевой получки хватит в волю. Масло подсолнечное 109 рублей. Это у нас по скидке. И это у нас самое дешевое. Так, слобода. Масло подсолнечное. Так, кофе. 320 рублей. Вот такую банку. Но это нам хватит на целый месяц. 170 грамм. Надолго. И очень даже надолго. И нужно такую банку сохранить. Она мне нравится. Яйца по 90 рублей. Имеем своих кур, а яиц не имеем. Бумага туалетная по 10 рублей. Так, сосиски венские мы берем постоянно, они очень вкусные. Две пачки. Так, сосиски венские. Килограмм 179 рублей. 180. Так, хлебушек по 24 рубля. Мягенький батон, это в линии. Яблоки у нас... По 69,90, по 70 рублей, кило 200. 7 по 2 яблочка. Так, мука. Мука. Мука пшеничная. 84,99, короче, 85 рублей. Здесь 2 килограмма. Значит, килограмм получается по 42,50. Ну, нормально, еще терпимо. Сын любит у меня печь очень. И сало. Есть у нас мини-рынок такой брянский. Видите, какое красивое сало. Сейчас попробую достану. Конечно, его нужно мыть хорошо, вымывать мягенькое. Очень даже мягенькое. Будем солить. Обрезать, мыть, вымывать. У меня дочь любит очень соленое, с чесночком, с перчиком. Вот такое. Солю рулетиком. Это рулетиком скручу. Так.
хороший кусочек. Так вот, рулетиком скручу, и будет вкусно. Ну что, вроде бы обо всем сказала. Рыба по 89, почти по 90 рублей с копейками. Это в нашем магазине, как я сказала. Путасу я беру сюда. Она, вон, видите, чистенькая, какая красивая. У нас в магазине очень всегда хорошая рыба. Хоть дороже, но зато отличная рыбка. Ну вот и все, мои дорогие друзья. Обошлось это все где-то 2700 с копейками. До 21-го будем этим питаться. Ну, у нас продукты еще есть. Котлеты там. Ну, пока больше покупать мы ничего не будем. Вот этого распределю. Мясо у нас есть. Так что теперь до 21-го. Заходите в гости. Как всегда, буду вам очень рада. До свидания. До новых встреч. Пока.